Привет, друзья! Сейчас около 11, субботнее утро. Я только что завершил свою пробежку. О, вот идет сзади, преследует женщина. Короче, я только что совершил свою субботнюю пробежку. 10 километров, как обычно, вокруг Лисьей горы. Ну, для буквоедов 9,5. Короче, потихонечку пробежал. Вот видите, как одет. По-прежнему еще в шортах, все еще жарко на улице. Еще никак не наступит осень, и это хорошо. Потому что лето – это маленькая смерть. Лето надо пережить, переумереть. Вот. Что скажу по бегу? Бегалось хорошо. Встретил одну девушку. Сказал ей привет, красотка. Бегунью тоже. Она там как раз завершала бег и делала эти заминочные упражнения. Вот такие приседания на колено. Очень сексуально, кстати. Больше бегунов не встречал. Ну, по крайней мере, там пару человек бегало, но я не понял, вот они бегут куда-то, спешат или просто бегут. Вот. Вообще, денек намечается славный, солнечный. Надо бы съездить поплавать, по идее. Потому что когда еще плавать, как не в эти в августовские дни, когда вода изумительно прохладна, а солнце изумительно горячо. В общем, передаю вам всем физкульт-привет из Кучино, от Фиксина. Занимайтесь спортом. Это бодрит. Я вот сегодня с утра, например, был таким тификом. А сейчас уже вроде ничего. Даже жить можно. Я еле вышел на эту пробежку. Но после первых 10 минут я уже чувствовал себя огурцом. Перчик. Все. Физкульт-привет. Скучно. Всем привет.